7 сентября 2022 года результаты благоустройства на территории ОПТ. Подрядчик оставил в таком виде после себя растения. Все перевязано. Остатки асфальта, асфальтовые крошки, перчатки, бортовые камни. Здесь строительный мусор. По краям. Здесь деревья перевязаны. Мусор. Здесь, кстати, не было, если я не ошибаюсь, бортовых камней. Они их проложили. Бортовые камни. А эта территория, судя по инфостендам, размещенным на территории заказника, вот, кстати, они вот так и сделали. То есть это все развалится. Если мне не вменяет память, судя по инфостендам, размещенным на территории заказника, это заповедная зона. То есть здесь ни о каких бортовых камнях, ни о каких благоустройствах речи быть не может. Вот он, строительный мусор, бытовой мусор в большом количестве. Куски асфальта валяются, уже заброшены. Почему-то была поднята дорога. Здесь опять крутой спуск идет. Вот можно посмотреть, какой крутой уклон. Разумеется, ни о каком бережном отношении к природе и речи быть не может. Опять же, со стороны Мосприроды никакого контроля нет. Потому что невозможно представить, что при наличии контроля вот это бы все происходило и вот в таком состоянии могло оставаться. Также по обеим сторонам повреждены растения. Вот на деревьях до сих пор оставлены. О, ленты. Вот опять крошка цементная, куски асфальта. Здесь все заброшено тоже. Ничего не убрали. Эти работы, наверное, тоже согласованы с сотрудниками Мосприроды. Асфальт. Асфальт. Уже треснул новый асфальт положен. Вот этот кусок асфальта большой. С крошкой цементной. Ой, асфальт. Вот такая красота у нас.